Добрый день, друзья! Я рада приветствовать вас на моем канале. Пришло время делиться с вами пасхальными рецептами, так как впереди нас ожидает самый светлый праздник. И давайте сегодня мы начнем с крестовых булочек. Готовятся они очень просто, безопарным способом, не требуют много усилий в приготовлении, поэтому давайте начнем именно с них. Прежде всего, нам необходимо подготовить сухофрукты. У меня сегодня изюм, земляника и курага. Курагу предварительно нарезаем до размера изюма. Изюм и клюкву заливаем кипятком, оставляем на 15 минут и затем просушиваем бумажным полотенцем, чтобы в дальнейшем в тесто не попала лишняя влага. Теперь переходим к самому приготовлению теста. В чаше соединяем муку, соль, сахар, ванильный сахар, дрожжи и перемешиваем между собой все сухие ингредиенты. Тем временем соединяем яйца, молоко, половину количества воды и слегка взбиваем венчиком до однородности. Яйца обязательно должны быть комнатной температуры. Далее постепенно начинаем вводить сухие ингредиенты. Сначала добавляем небольшое количество, после вливаем оставшуюся воду и продолжаем добавлять сухую смесь. Тесто должно получиться мягким и довольно эластичным. Когда хорошо вымешали тесто, оно не липнет к рукам, к бокам чаши или к рабочей поверхности, вмешиваем в него размягченное сливочное масло. Если тесто все же будет липнуть к рукам, можно к нему добавить совсем немножко муки, но не переусердствуйте, чтобы не забить тесто. Приблизительно 15 грамм будет достаточно. Накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем в теплом месте на 1,5-2 часа, чтобы оно подошло и увеличилось в объеме приблизительно в 2 раза. По прошествию данного времени, как только тесто подошло, снимаем пищевую пленку и сначала осаживаем его. Далее вмешиваем сухофрукты, затем снова накрываем пищевой пленкой или полотенцем и оставляем еще один раз на расстойку на 1,5-2 часа, чтобы оно увеличилось в объеме в 1,5-2 раза. Тесто у нас подошло, теперь припыляем мукой рабочую поверхность, также само тесто, и делим приблизительно на 11-12 частей и придаем округлую форму. Для того, чтобы булочки получились одного размера, можно воспользоваться весами. Таким образом, у меня получается 13 булочек, каждая из них весом по 100 грамм. Булочки накрываем полотенцем, оставляем на 30-40 минут в теплом месте и пока подготовим мучную смесь для украшения. Для этого смешиваем муку с водой, у нас должна получиться жидкая мучная масса. Далее делаем на булочках крестообразный рисунок и выпекаем в разогретой духовке до 170-180 градусов 20-25 минут до румяной корочки. После еще горячие булочки смазываем растопленным сливочным маслом. Thank you.
Поверьте, булочки очень вкусные, ароматные. Приготовьте, попробуйте. Очень надеюсь, что и вам они придутся по вкусу. Готовьте с удовольствием, а я, как всегда, пожелаю вам хорошего настроения, вкусных идей и до встречи в новом видео!